Ну, я сам поступил в 2010 году, в 10 классе. Учил сначала два года в школе учился, потом 3 года учился, ну, уже стал студентом. Училище Олимпийский Ридвер – это лучшие мои годы, наверное. Я там встретился с моими друзьями, с ними, ну, вместе тренировались, вместе жили, вместе учились. Мне вот самые лучшие года, наверное, самые интересные, самые веселые, самые лучшие года. Мои все успехи благодаря училищу Олимпийского резерва, потому что я, ну, взял хорошую базу, вот именно училище Олимпийского резерва. Там вот сначала меня тренировал Петров Александр Григорьевич, с ним мы работали вместе. Вот и благодаря училищу Олимпийского резерва, благодаря вот работникам, учителям, тренерам и... Вот, и я сейчас нахожусь, ну, сейчас на таком уровне, можно сказать. Я хотел бы поблагодарить, пользуясь случаем, хотел поблагодарить Алексея Алексеевича Филиппова, нашего директора, уважаемого директора, всех работников, учителей, своего тренера Петрова Александра Григорьевича, за то, что они помогали, поддерживали, учили меня, и им всем большое спасибо. Я иногда тренируюсь вот в зале, учитель Олимпийского резерва, всегда общаюсь с директором, с нашим Алексеем Алексеевичем, и с учителями своими, и всегда поддерживаю контакт, не забывая вот свое родное училище.